стой. Пойди-ка сюда, стой. Гуляй. Давай вперед. Полетел, полетел. Как же они соскучились по прогулкам. Все соскучились. О, все. Как папа Тор. Не трожь ее. Талифу. Хорошо. Нашел голову, которую ты там принес. Давай идем по дорожке. Давай. Иди. Где ты? Пойдем. Давай. Ой, бегун счастливый. Пойдем. Давай, бегемот. Все. Забегали, забегали все. Сегодня спать будут сладко, наконец-то. Но гуляются все как надо. А то прям беда. И я понимаю, что собаки невыгуленные. И они не понимают, что происходит, почему мы никуда не ходим. По мокрой траве просто я их стараюсь не отпускать бегать. Вот. Потому что Тор тогда связку порвал именно на глине. Ну, после дождя. И глина стартанул. Стартует-то двумя лапами. Вот одна неудачно, видно, стартанула. И хана. Так, вот с этим вот другом надо мне поаккуратнее, надо смотреть по сторонам. Потому что если мы с ним увидим маленькую собачку, конечно же, реакция будет другой. Не как у Титана и у Тора. Да, дружок? Дружок, говорю, дружок. Все, уж заговариваюсь. Прохладно на улице, на самом деле. Вот, я хоть и в шапке, голове тепло. А вот так вот руки уже мерзнут. Перчатки надо одевать. Ты мой золотой. Так что, ну, такие дела. Вчера, конечно, классно пообщались. Тали, здесь по дорожке идем. Туда не пойдем. Давай, прямо по дорожке. Хорошо. Вот. Вчера тоже с Ликой разговаривали. Сказала ей про свое желание. Поржали тоже с ней. Ну, все смеются, потому что все понимают, насколько это серьезная мечта. Ой, скакун. Ну, сейчас набегается. Я смотрю по сторонам, чтобы нигде не было мелкашей. Потому что будет беда. Так, один за забором бегает. Тали его не видит. Второй тоже не вижу. Черный. Вон там мопс там за забором бегает. Ребят. Ты мой хорошка. Умничка мой, да. Тут даже ходить не хочет. Тоже пойдет сейчас, наверное, понюхает. А, ты палочку, что ли, ищешь? Или траву? Траву пожевать. Молодец. Лилу сегодня аж сопела, как спала. Вчера налопалась вечером. Я говорю, ну ты, конечно, тумбочка. О, пошел. Пойдем, чудушка. Вот, я ее стараюсь кормить. Ну, тоже по норме. Уже знаю, сколько приблизительно ей в миску надо положить, чтобы это было не в ущерб ее форме. Сейчас зимой, скорее всего, придется немного урезать пайку, потому что она у нас на улицу зимой вообще не выходила. Ну, только на руках, скажем так. Ботинки пришли, я ей заказала, но никак не заберу, не съезжу. Не знаю, возможно, завтра. Может, сегодня вечером в магазин, если поеду, то заеду. Хотя сегодня мы, наверное, допоздна будем заниматься строем. Нам к половине шестого туда. И часов, наверное, до восьми заниматься будем.
Небо такое темное. Да, Жоп? Небо темное? Как ты думаешь, дождь ли вонет? А, что? У меня только рулетка. Ничего нет. Змею он одну уничтожил. Жопа серая. Да? Ты жопа серая. Кто змею уничтожил одну? Чего золотой? Чего? Нету палочек, нету здесь. Пойдем. Давай, вперед иди. Молодец. Скакун. Талисману надо. Ой, зеваю. Нагулялась, Таня. Это вот тоже, когда привыкаешь гулять, постоянно гуляешь, это одно. Когда отвыкаешь, ну все, хана. Начинается уже после прогулок, после пары-тройки часов, начинается уже вот этот вот кислородный, так сказать, избыток. Вот, летом-то он всегда так в норме. А сейчас, когда не гуляли столько времени, вообще ужас. Самые хорошие. Часы я что-то не одела. Смотрите, хоть сколько сегодня мы пройдем. Они сели, у меня надо заряжать. Без часов хожу. Ты мой золотой. Пойдем, мой хороший. Далее, пойдем, да. Так что, вроде так все рассказала. Да, мой хороший? По поводу таблеток. Я путаю Австралию и Австрию, честно. Даже не буду врать. Надо посмотреть на упаковке, чего производства. Вот. Но мы до этого производство именно такое брали. Не российское. Впереди у нас еще с талисманом прививка. Сейчас вот тоже надо будет приобрести глистогонку на всех. Потому что, ну, когда глистогоню одного, значит, надо и всех. Иначе это мероприятие будет бесполезным. Вот. Всех про глистогоню. Потом мы поедем с талисманом на прививку. Прививаться мы будем иориканом. Биокан вакцина совсем мне не нравится. Но это лично мое мнение. Вот. И, ну, на бивак после последнего прививание талисмановского я тоже, конечно, даже если где-то он не найдется, я его уже не сделаю. Вот. И будем смотреть на реакцию талисмана на эту прививку. Потому что у старших-то вообще им пофиг чем. Талисманчик у меня реагирует на такие вещи. Чего увидел? Пойдем. Хочешь, здесь пройдем? Пойдем здесь? Пойдем, вон туда сходим. Давай, умничка моя. Фух.